Вот, Алексей, мы накануне в группе ВКонтакте провели опрос, кто должен был бы стать, по мнению кировчан, главой администрации. Как думаете, кто победил? Безусловно, наверное, фамилия Шульгин. Симаков, Вячеслав Симаков. Вы знаете, наверное, Вячеслава Симакова просто кировчане гораздо больше знают. Он очень часто появлялся в местных средствах массовой информации. Что касается Шульгина, то человек достаточно, ну, относительно новый для нашего региона, и в СМИ он появлялся нечасто. Поэтому, может быть, и опрос на вашем сайте показывает такие результаты. Как вы думаете, почему кандидатура Антона Долгих вот у многих вызывает, ну, грубо говоря, улыбку, то есть несерьезно воспринимают этого кандидата? Вот ваше мнение. Ну, мое мнение, что, наверное, действительно это далеко не та должность, на которую даже потенциально может претендовать этот человек с его бэкграундом, с его опытом.